Скопинцев, еще раз отметим, играет слева. А Кишор, посмотри, сколько мячей, какая передача, класс, класс, шикарный гол, молодежь, 17 плюс 18, 35, почти ровесники Смолова на двоих они. Смолов, который покинул Динамо и ушел в крылья Сове, в Краснодар, а вот 17-летний отдает 18-летнему, и просто шедевр. А зрители тоже могут участвовать, не подглядывая в интернет. Смотри, Макаров атакует, а? Ах, как здорово! Ах, как здорово! Акишор! Вот что нужно изучать и знать. Динамо и Акишор. Ну вот попытка Самары через левый фланг. Печенин на передаче в штрафную площадь. Печенин очень проворно бежит в штрафную площадь, пытаясь сделать передачу туда вглубь. Ну, мяч в руку попадает. Очень легко. Очень легко Костанца забивает этот гол. И на 42-й минуте крылья сокращают отставание в счете. Ох, какая передача! И вот это да! Вот это да! Кишор забивает! Еще один гол! Просто у нас в последнее время столько игроков из Ирана в разных командах. Даже я чуть поплыл. А Бетелло красиво. Гладышев! Засчитан гол. 4-1 Бетелло. Роскошная, мягенькая передача. И справа есть варианты. И по центру, и слева Гладышев. Нужна точная передача. Макаров дальний. Но это чисто. 5-1. Выход из-под прессинга. Классика. Красиво, легко. Караскаль разогнал. И Гладышев вонзил под перекладину. Пятый. 5-1.